Приветствую всех! С вами Низерамос, мы продолжаем проходить Crash Bandicoot Insane Trilogy. Третья часть. Вот настолько третья часть. Так, давайте, как в прошлой зоне, начнем не с обычных беговых уровней, а пробежимся, пролетимся, проедем по другим. Здорово, здорово. Так, тут, конечно, будет жестко, как на время играть. Придется долго подбирать подходящий маршрут. Я сейчас чувствую, засяду надолго. Пока давайте коробки разфигачим все. А, не попал. Попал. Окей. Убедил. Так, сколько коробок, кстати? Тормозим. Ага, кстати, последняя коробка. И последний самолет. Не, ну так-то типа недолго, но сейчас будем ржать, как я буду долго страдать на этом уровне. Надо сейчас глянуть, сколько времени надо на платину. Это будет жестко. Я прям чувствую. Ну, по крайней мере, прошли стандартный набор. Так, подожди, радоваться. Тупо 58 секунд. Охренеть можно. Ну, я, конечно, сейчас попыток до хрена, наверное, буду пытаться просто понять нужный маршрут. Так, сдохни, пожалуйста. Не, ну типа 28 секунд за два самолета это неплохо, но нам еще два самолета надо сбить, а они черт знает где. И они от меня улетают, кстати. Особенно вот это тело. Да нет. Это явно как-то далековато. Вот этих хренов можно гасить сколько угодно. Не тормозим, не тормозим. Я случайно тормозил, я неправильно понял, куда он летит. Да
ты крыса тыловая просто. Так, ну и естественно остальные все дохрена далеко. Окей, вот этот летит на нас. Да ты сдохнешь. Окей. Блин, нахрена эта заставка каждый раз? Ну, почему нельзя было вот с этой позиции начинать уровень? Так, тормозим. Не, ну этих вообще далеко. Нет, они типа друг к другу. Хотя, кстати, они даже не друг к другу летят. Так, эта заставка меня сейчас бесить будет. Еще сделали ее непропускаемой, там другие заставки можно было пропускать. Давайте полетаем вокруг, посмотрим. Так, а где вообще? Я только три что-то вижу. Давайте попробуем с такого. Вот этот впереди, он следующий. Так, ну блин, этот настолько далеко. Это, кстати, он летит в сторону ко мне. Ура! Надо было просто подождать. Игра. Игра. Она требовала, чтобы я еще пробел нажал, что ли, серьезно? Охренеть, у тебя заявочки, товарищ, игра. Ладно. Прошли. Это оказалось несколько быстрее, чем я боялся. Я рад, что ну, за 10 минут успели пройти полностью уровень. Я на самом деле испугался, что у меня игра зависла просто. Давай, радуйся. Это была действительно крутая победа. Ну и второй уровень у нас на эту серию. Вот этот. Оранжевый асфальт. Приземление после прыжка отменит ускорение. А, не та кнопка. Окей, согласен.
Ой, блин. Я забыл про вас, господа полицейские. Ага, тут, кстати... Надо достаточно далеко ехать на ускорение, чтобы на реликт. Поэтому, к сожалению, тут, я чувствую, будет сложновато. Так, ладно, пока я на гем, допустим, еду. На первое место я уже не успеваю точно. Потому что, ну, так фейлить, это жестко. Не, ну я типа точнее могу попытаться. Но я не верю в такое. Так, вот здесь я знаю, что можно вот так вот ехать. Хренаси. Вот это меня закинуло. Ускорялочка бешеная. Ну, я сейчас не знаю, на что я еду. По сути, я ни на что не еду, потому что, ну, я уже не успеваю обогнать эти два тела. Я даже в лучшем случае только одного смогу обогнать, и то... Да, даже не смогу. Окей, это будет жестко. Трасса достаточно сложная. Ну что могу сказать? Посмотрим. С ней я точно должен застрять надолго на реликт. Так, пофиг на гем пока. Давайте на первое место проедем. В этот порт надо входить вообще с торможением, потому что он очень крутой. Он крут просто. Кстати, вот уже три кекса, которые... А... Окей, ладно. Я как-то умудрился промахнуться мимо этого трамплина. Но сейчас я намного быстрее оказался на этой позиции, так что я должен успеть сейчас обогнать их. Мне интересно, насколько тут жесткое время будет. Будет оно требовать, чтобы прям... Обязательно ехать только, ну, максимально выжимать расстояние на турбо. Или спокойно позволит без этого проехать. Откуда у меня уже 60 жизней взялось, непонятно. И я даже умудрился половину ящиков собрать. Еще и спотыкается, блин. Хрена себе, он прям по мне проехался. Ну, по моему байку, конечно. Благо, крэша там уже не было. А то была бы лепешка. Ну что ж. Я, кстати, не посмотрел, на сколько времени надо. Ну, давайте для начала просто попробуем проехать на время. Вот, ну как получится. Часы здесь. Расстояние достаточное, чтобы разогнаться, успеть. Если что.
Ага. Окей, эти коробки надо собирать. Сейчас кажется, что тут тоже надо все коробки собирать. Для... Нет, не все, окей. Кстати, зря я сбросил скорость. Я мог до этих заборчиков уж точно доехать. Воу. Удивлен, как я газон не потрогал. Мое. Нет, такая попытка меня не интересует, пожалуй. Нафиг. Давайте чуть-чуть их пропустим. Я не буду сейчас долго прямо ждать. Просто вот когда вот эти все за горизонт скроются. Давайте, поехали. Я, конечно, не исключаю, что мне придется в итоге все равно прождать, чтобы всех вообще прям чертовски далеко ушли. Понятно. Ну ладно, тут я все равно выиграл больше, чем проиграл. Спасибо. Это, кстати, был самый, пожалуй, удачный способ войти в поворот. Это просто тупо об кого-то войти в поворот. Такой тайминг, к сожалению, подгадать будет очень сложно. Мы такой огромной машине не дали проехать. Дальше. Заставили ее врезаться. Зараза. Не довошел в поворот. Ну, я пока просто проеду. Мне надо понять, сколько надо выжимать времени еще. Окей, тут хорошо удалось. Так, тут обходим эту крысу. Так, там не надо прыгать. Там нам уже надо ехать. Вот по всем этим. Это как это меня так унесло? Ну что здесь? Это ожидаемо. Вопрос в том, сколько надо выжимать. Если секунды 3-4, окей, это без проблем. Понятно, на чем я зафейлил. А если больше, то это жестко будет. Прямо жестко. Так, не надо радоваться этой штуке. Серьезно? Прям сириусли. Это при том, что я еще, по-моему, в этой попытке врезался. Прямо тупо в лоб этой. Ну, не в лоб, в бочину этой, какой-то коповской машине. Или это было не в этой попытке? Но суть в том, что я проехал бы нормально, если бы я собрал вот те секунды. Это же охренеть можно с такого. Гаденыш. А почему я вообще-то зажал кнопку газа? Ой, иди в лес, пожалуйста. Может, так даже, кстати, удобнее будет. Меньше рисков вляпаться. Вот в паре мест. Почему?
Она меня должна была бортануть, а не врезаться в меня. Не чтобы я в нее врезался. Даже если бы она в меня врезалась, как раз мне было бы пофиг. Ну да, чуть-чуть об газон она меня затормозила бы. Но не полный стоп. Шуткуем? Господа полицейские. Шуткуем. Так, тут надо... Обязательно надо трамплин, потому что иначе там яма. И после трамплина еще, кстати, секундочка лежит. Да ты тело неадекватное. Тварина жирная. Давайте вот так поедем, окей. Так, я точно конкретно в эту тварину там не впишусь. Ну, крысы редкостные вообще. Просто взял тупо меня в копскую машину кинул. Я в шоке с такой наглости просто. Спасибо. Ой, даже умудрился не прыгать. Трамплин. Не то, чтобы это прям как-то что-то хорошее мне означает. Ну, то есть, что трамплин, что по простой дороге, мне кажется, большой разницы в скорости нет. То есть я кардинально не выигрываю и не проигрываю, если я пользуюсь трамплином. Так крысёна, что ты меня бортанул. Крыса цветнозадая. Охренеть, такого можно. Я тебя лучше здесь объеду. Я тебе не доверяю, не друг ты полосатый. Мне кажется, должно быть достаточно еще запас секундов. А в смысле? Нет, а чё в смысле? А почему? А как так? Ура! Это было не сложно вообще. Это была самая легкая гоночка, пожалуй. Что мне тут не пришлось даже выжидать, когда они все проедут. Классно. Прям таки тыц-тыц-тыц. И на этом мы будем заканчивать данную серию. А, стоп, нет-нет-нет, какой я чё... Я чё, не умный, что ли? Заканчивать серию он собрался. Гений, блин, инженерной мысли. Мне же надо камушек собрать. Кстати, я опять же возьму время, чтобы я просто мог рестарт уровня сделать. И потом, если что, я уже догадываюсь, что я сделаю, когда возьму гем. Ну, посмотрим, успею я среагировать или нет. Так, проходи, дружище. Ну тут, кстати, запас хороший на время, то есть я где-то секунд 5 выиграл. При том, что я ехал не идеально. Ну то есть да, некоторые реликты тут заметно попроще сделаны, чем в оригинале. Где-то время отличается от оригинала, в частности в водных уровнях, которые вот
ну, Коку на вот этом своем водном транспорте. Там, потому что механика движения очень сильно отличается от оригинала, поэтому там и время пришлось им переписать, чтобы как-то соответствовать. А то со старым временем, конечно, было бы еще жестче. Где-то время намного проще, в принципе. Отлично, это самая сложная коробка. А вот, но где-то, я уверен, будут уровни, которые прям намного сложнее могут оказаться. Но до этого мы еще дойдем, я думаю. Так, роняем скорость. А они, кстати, поэтому по обочине едут, им вообще чихать. Они скорость не теряют. Внедорожники, что ли? Вроде машинки как машинки, не особо. Я не знаю, я не настолько разбираюсь в машинах, конечно. Может, такая конструкция позволяет спокойно ехать по внедорожью и не особо терять скорость. Но, блин, это нечестно. Мы-то тормозим прям очень резко, очень сильно и очень охреневая. Так, надо было сбросить скорость, чтобы в коп не врезаться. Так, коробки. Сейчас будет снова вот это. Это я так понимаю. Который надо резко-резко перепрыгнуть. Я не буду так сильно разгоняться, оно ни к чему хорошему не приводит. Да, вот и трамполин. Я бы пропустил, чтобы они мне не мешались. Да, серьезно? Как меня эта коробка всегда бесила. Еще когда я на PlayStation 1 проходил этот уровень, конкретно вот та коробка у меня всегда вызывала проблемы. То есть была дикая редкость, если я проходил этот уровень без проблем с конкретно вот той коробкой. Извини, что самое неприятное, она в конце уровня расположена. То есть надо весь уровень перепроходить сначала. Потому что назад-то ехать по какой-то причине решили, что не стоит давать. Хоть я и не понимаю, почему. То есть, ну вот что плохого в том, чтобы можно было просто проехать назад. Но, видимо, что-то плохое есть. Охреневшее тело чуть не скинуло меня с пути. Так, должен проскочить. Фух. Даже немножко скорость сбросил, чтобы не перелететь. Я испугался, что я когда скорость сбрасывал, что я перелечу через... через что я в копу врежусь. Но вроде пронесло. Так, на эту коробку у меня есть отдельный план. Будем его подвергать исполнению. Вот такой план. Ура.
Я сделаю рестарт, я не хочу просто тратить, ну, еще один ненужный рекорд, псевдорекорд записывать. Сейчас просто проедемся. Неважно, на какое место. Неважно, что соберем. Гем у нас уже есть. Это мы просто на обычной скорости проедем. Как он меня хорошо в поворот вошел. Хоть заботливый товарищ. Если я хотя бы третьим приеду. Ну, кстати, вполне возможно, еще достаточно большой участок пути на трассе надо проехать. Но одного соперника еще можно, мне кажется, успеть обогнать. Тем более, что он уже вот здесь. Да, одного обгоним. Правда, может, он сейчас нас обгонит, если я вот так вот буду ехать. Окей. Согласен. И пофиг. Зато мы собрали, что надо было собрать. Тайм-твистер. Искривитель времени. А на этом мы точно будем заканчивать данную серию. Я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем пока!